Звезда по имени Солнце. Сегодня 29 лет, как не стало Виктора Цоя. Он ушел, но его песни до сих пор поют. Мы нашли не совсем обычного фаната, лидера группы «Кино в Тюмени». Кто он? Это выяснили наши корреспонденты. Кожаная куртка, кеды и гитара за спиной. Артур не совсем обычный фанат Виктора Цоя. Он похож на своего кумира. На фотографии музыканта фанат словно в зеркало глядит. Правда, сходство со звездой стали замечать только пару лет назад. Однажды я сыграл на дне учителя Виктора Цоя кукушку. И моя подружка, которая была там, была на этом концерте, она мне сказала, что ничего себе, ты прям на Цоя похож. Прямо один в один. Цветной бульвар, улица, конечно, не пустынная. Артур сначала многозначительно молчит, потом достает гитару и начинает рассказывать о себе. Он заканчивает школу, мечтает о карьере журналиста, но пока у старшеклассника одна песня о главном. Ты говоришь, что у тебя по географии проеда, мне на это просто наплевать. Школьник говорит, песни Цоя – это прямо про него. Правда, по географии у него не трояк, а твердая четверка. Вообще, кумир и фанат похожи не только внешне. У них даже привычки одинаковые. Руки в карманы, вниз глаза, да за зубы язык. Так сложилось, что по жизни я был молчаливым, и сейчас им являюсь. То есть я также хожу руки в карманы и вниз глаза. То есть у меня много кто сравнивает с ним, особенно когда слушает эту песню. Кстати, Артур нашел в интернете группу поклонников Виктора Цоя. Тех, у кого с кумиром тоже одна внешность на двоих. Похожие друг на друга фанаты знакомятся, общаются и поют песни звезды. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава. Сегодня из интернета они выйдут на улицы своих городов, обязательно с гитарами. Они уверены, пока звучат песни кино, Цой жив. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Доброе утро, последний герой. Здравствуй, последний герой.